Всем доброе утро. Я нахожусь в своей ванне. Пытаюсь найти косметику, расческу, фен для волос. Из всего списка нашла только фен и гель для бровей. Больше ничего пока не нашла. А, сережки еще свои делала. Очень у нас сейчас затруднены поиски в доме. Вообще найти что-то невозможно. У меня сегодня такой классный день. Помимо того, что мы будем разбирать дальше коробки, сегодня приезжает новый холодильник и новая стиральная машина и сушилка. Я вам уже жаловалась на свою беду, что я не могу с ними смириться. И мы вчера с Сашей поехали, выбрали новую машинку, сушку и холодильник до кучи. Вот, поэтому сегодня будем менять. У нас холодильник новый, но он очень маленький для нас. Вот, и, в общем, я не знаю, мы его, скорее всего, будем продавать, потому что в гараже у нас стоит морозильная камера, нам, в принципе, большего не нужно. И, скорее всего, эти машинки и холодильник мы сейчас выставим на маркетплейс, чтобы их приехали, забрали те, кому они нужны. Вот такие дела. Оставайтесь с нами, сегодня будет много интересного. Обещала вам показывать все как есть. Вот, ничего не скрываю. Захожу в Ландри, и вот такой вот у нас здесь месс. Все просто спрашивают, куда нести? В Ландри. Ну и все несут в Ландри. И все это в Ландри бросают. Вот такая вот здесь билибердистика. А машинки, они стояли ровно изначально, выставленные, но я сделала несколько стирок, попыталась, и они, видите, разбежались и друг от друга, и, в общем, они бегают вот так по всей комнате. Эти машинки, я уже эту сдвигала, эту тоже сдвигала. В общем, трудом. Я надеюсь очень, что сегодня привезут машинки, которые мы ждем. И здесь уже начнется что-то вырисовываться. Вот эту полку, по идее, мы будем убирать со временем. Не знаю, даже, может быть, сегодня придется, потому что надо машинки устанавливать. Ну, в общем, будем посмотреть. А сейчас мне нужно навести здесь порядок, чтобы ребята вытащили машинки и занесли новые. Вот так вот, так что... Я приступаю и покажу вам потом до-после. К нам приехал холодильник. Приехали машинки стиральные и сушильные. И я иду сфотографировать их, пока они стоят на месте, чтобы дать объявление сразу, чтобы их забрали. Да, мамуля, это нам. Вот, я тут прибралась немного. Все, сгрузила в угол, прибралась. И сейчас я буду фотографировать. И пойду покажу вам свои новые машинки. Макар, а тебе ничего, что у всех переезд, а ты же игрушки играешь? А? Сложи ноги в ящики и сиди деловой. Ты счастлив? Да. Расскажи нам, тебе нравится новый дом? Да. Да? А твоя комната нравится? Да. А какой дом больше нравился, тот или этот? Этот. Этот? А погода тебе нравится? Да, да, нравится. Нравится? Ну да, его сейчас не отвлекешь. А ты уроки сегодня делал? Хулиган ты. Саша ездил в магазин за продуктами и купил мне шампунь с кондиционером. Это так приятно. Такие мелочи, но это так мило. Обожаю этот шампунь. Очень классного качества. Сейчас, малыш, унесу сейчас себе, пока девки не забрали. Ну, я шучу, он им тоже привозит постоянно. Вот этот он мне покупает здесь. Ему приятно, делать мне приятно. А вот этот мне привез с рейса, я у нас такого не видела. Не знаю, где он продается. Прилоджи классный, тоже очень хороший. У него так объем хорошо держится, вообще очень хороший шампунь. Вот, показала вам, у нас все это в одной гамме. Мыло, шампунь, любимые. Ой, ладно, пошла вниз, там холодильник устанавливает. Кошмар, ребятки. Вчера вам хвасталась, что помыла морозилку, а сегодня она дала такой нам запах, что я пытаюсь, вот раскрутила сюда, еще сок залился от вишни. Пытаюсь теперь... понять, как мне попасть в этот поддон. Думала, здесь большой будет прорезь, я смогу отсюда в поддон залезть. А здесь только маленькая дырочка, куда вода стекает при оттайке. Короче, это капец. Мне сейчас придется лезть, я вам покажу, куда. Саша мне стрешетку открутила и попросила. Ее надо помыть. Вон там. Представляете, что здесь произошло?
И вот, короче, там набралась эта вода, и она теперь вся высохла и воняет. Мне, по идее, бы помыть вот этот патрубок. Но он весь на стрипах, и так он вообще не снимается. Короче, не знаю, сейчас Саша попросила выкатить меня на улицу. Туда шланг засуну, буду лить. Надеюсь, трубкам с фреоном ничего не будет. Вот это вот электричество тоже не знаю, короче, вот это страшно. Как это все делать, я не знаю. Короче, буду, наверное, наматывать на какую-то палку, тряпку и мыть. Короче, вот мега неудобная вещь. Вот, снаружи он красивый, удобный. А по функционалу вот вымыть его сложно. Но, правда, мы его за 3 года первый раз размораживаем. Короче, буду мыть. Потом покажу, как мне получилось. В общем, я тут с мухами вместе. А, намывала. Сейчас покажу вам, у кого такой может быть морозильник. Таким планом я всю жизнь Сашка, вот этот поддон был весь в мясе, высохшем, присохшем, воняло жутко, короче. Эти трубочки надо на место поставить. Вдруг у кого такой же морозильник, и он не знает, откуда запах. Я покажу. Саша ругается на меня. Вот, короче, вот там помыли. Сейчас решетку на место прикрутим, и все, и никакого запаха больше не будет. Я сейчас шланг, подожди, еще покажу. Смотрите, какой Саня сегодня шланг сделал. Классная насадка. И шланг классный. Сейчас я покажу вам ящик. Вот. Да, у всех одинаковые, наверное. Что, у меня расфокус, что ли? Вот такие ящики. Они с девчонками уже сегодня установили. Классно. Удобно. И сзади будет еще такой же там, с той стороны. Вот. Ну все, можно ставить решетку. Да. Я буду выливать всю воду. Уф. А? Она чистая, я ее протирала. Кого поставить? Шурупики там. Инструменты сейчас свои уберу. Без щипцов я бы не справилась. Кто? Приехали в Костку. Настолько народу. Я не знаю, как я буду снимать. Я очень постараюсь. Мама одевается, утепляется. Она говорит, я знаю, у вас без кофты замерзнешь. В общем, сейчас пойдем внутрь и все посмотрим. О, Костка, такие красивые эти коврики. Мы вчера поторопились в Икее взять. Посмотри, Ева с елочками, смотри, какие вообще огонь. А цена такая же, 19,99, как в Икее. А вот с собакой такой классный. Тоже с елкой. С пуансетти, да? Умные. Супер. Вот что-то мы поторопились вчера. Ну ладно. На следующий год новый возьмете. Да, подушки. Куда делись наши? Вон они. Так. Нам сегодня нужно в технику. Мамуль, пойдем догоняй, это потеряешься. Я с камерой даже не знаю. С мамой с камерой не люблю ходить, потому что, получается, маме не уделяю вообще внимания. Наверное, я сегодня буду снимать только то, что будем покупать, чтобы я никого не нервировала. А потом отдельно съезжу, покажу вам ассортимент, отличается или нет. Северная, Южная Флорида. В общем, мы снова в поисках машинок. Я вам расскажу, почему. Вот такую вот моноблок мы выбрали. Ну, не знаю. Моноблок страшно брать, с одной стороны. Короче, мы еще будем думать. Наверное, поехать надо в Best Buy. Дело в том, что мы уже сняли машинку, Ева, и у нас нет ни сушки, ни машинки. Так что надо думать. Пошлите. Думать надо быстрее. На руках? Ого, ты смелая. Взяли виноград, гранаты. Виноград 6,99, гранаты 20,99. Лимоны Саша купил. Ева хурму выбирает. Да, давай возьмем детям. Не хочешь? А что, это плохо? Это вроде королек. А, ну выбирай тогда. Ой, мама, сори. Так, мне надо огурцы взять, наверное. Я вообще не знаю, что папе с собой готовить. Он с крем-чизом вкусный. Возьми, мам. Возьми. Перчик 4,39, огурцы 5,99. Она там не смотрела. Какая-то твердая штука, да? Да. Одна мягкая. Ну вот Ева жесткий съест, остальные будут
Есть мягкие. Выбрала? Да, нормально. Нормальные, у нас они быстро уходят. Они не успеют. Не слишком. Да, все хорошо. А, вот это вот для с начинкой? На картошку. А, с этим. Ну, запеченную сделать. Подождите, подождите, подождите. А у нас фольга есть для такой картошки, Ев? Ева, фольга дома есть? У бабушки надо теперь все спрашивать точно. Так, нам нужна вот такая вот картошка. Бабушки там свои видео какие-то интересные. Так, сейчас. Блин, какая-то она вся кривая, неровная. Вот это вроде неплохая. Так, 5,99. Хочется мне поменьше найти, они такие огромные. Это для запекания. Я не знаю. Сейчас весь мешок переберем. Это мокрое. Вот сухая вроде с краешку. О, господи. Ну, она такая огромная. Ну, ладно, будем такую запекать. 5,99, 10 паундов, да. Ну, что, можешь взять, пожалуйста. А обычную не надо? Обычную вроде там папа принес, вы купили, наверное, еще есть. Помидоры давай возьмем Макаревичу. Макар у нас салат с помидорами обожает просто. Но здесь нет рукава. Здесь мы ее не возьмем. Все, пойдемте дальше к мясу. Взяли арбуз, лист салата этот. И не знаю, даже сейчас пойдем, наверное, в полуфабрикаты. Я что-то подвисаю, у меня в голове целая каша, потому что мне нужно взять продукты, чтобы Саша приготовить в дорогу. А у меня еще нет плана. Он меня так огорошил резко, поэтому, короче, у меня каша в голове. Буду сейчас соображать по ходу. Главное взять ему говядину и курицу. Девушка, папа подкармливает. Мы его даже завтраком не кормили. Нам не надо яйца, Зая, мы в Костко не берем яйца, они там с красными штучками. Взяли детям хот-доги, папе мороженое. Девушка будет стоять в очереди. Пошел? Вот такая тележка у нас неподъемная. Чек не видела, не могу сказать сколько. Но с Сашей мало не бывает, можно даже не смотреть. Обычно за 500 всегда. Нам сделают хот-дог и поедем домой кормить детей. Ой, боже, все на подножном корму у нас. О, забежали в Home Goods посмотреть здесь машинки. А вот эта модель, которая нам нравится. Но нам нравится в хаке цвет зеленым. Не знаю, что мы на LG так с Евой припали. Думаем, LG или Samsung. Машинка стиральная. Samsung у нас была. Но LG взять. А? Это другая. Угу, понятно, это другая моделька. А вот такая тебе не нравится? Чем они отличаются? Спроси, вот эта вот модель и вот эта. Какая? Ну вот на картинке, которая вот эта, 1600 и за 700. В чем разница такая прям большая? Или это два в одном? Это два в одном, наверное, да? Что там? Машинка сушка, видишь, блок. И в этом вся цена? Это Watch Tower написано, видишь? Laundry Center. Это две. Я тебе про это и говорю. Это вот же наша модель, которую мы с тобой и Samsung смотрели, и LG. А в этом что стоит? This one comes in nature green. I need the green one. Ева хочет прям зеленый цвет такой. Да, он классно смотрится. Ну вот серый тоже неплохой такой вот серый, не такой, а вот этот, да?
такой с полосатым. Да, вот такую вот зеленую Ева хочет, как первая. Ей очень нравится. А что, моноблок берем тогда? А что? Да ну ни у кого не ломается, а у нас что сломается? Короче, пугают нас моноблоком прям. Сколько? На 3 года хватит и нормально. Сколько у него гарантии? Аллерген цикл. Вот они, дочь, крупно написано. Normal bedding, delicate, unloaded, speed wash. Можно выбирать. Bedding. Быстро есть стирка? Там была turbo wash, а здесь они... Наверное, small load, что-то типа этого. Small load это мало загрузить, наверное. Нет, я имею в виду... Только мы можем в Костко ездить 2 раза в день. Из-за пакетов и из-за банки майонеза. Да. Мы заехали по пути еще раз. Искали ковер, но не было. Встать в очередь? А ты какое хочешь? Папа пиццу хочет, дочь. Пиццу? Ага. Она не успеет? Ну ладно, поехали. Не знаю, кто не успеет, что не успеет, но мы едем дальше. Я не знаю, интересно вам такое смотреть или нет, но мы уже в Best Buy. Мы объехали все. Вот, есть такие моноблоки. За 1700 они сейчас. LG. Вот белый, серый, еще есть зеленый, бордовый. Там, по-моему, 4 цвета их. И вот такие есть они повыше. Не знаю, чем они отличаются. Сейчас будем спрашивать. Вот. А, это не моноблок. Вот это моноблок, а это просто отдельно машинки. Кто там? Кто там? Чё там? Это они надо мной смеются, представляете? Ну, не Ева, конечно, а папа. Что это такое вообще? Троллят меня, троллят без конца и края просто. Ев, есть моноблок здесь и есть отдельно, как ты хотела. Чё берём? Отдельно они надёжней. Хоть и немножко дороже, чем моноблок. А все дороже. То же самое получится, 1600, как там. Ну, я говорю, $100 там буквально разница. 150, да? Нет, я думаю, надо спросить. Ай-яй-яй! Какой домой? Цвет узнайте. А вы холодильник нашли? Дороже? Или дешевле? Дороже. 800. А что, они другие модельки? Здесь типа AI. Ой, нам не надо AI. Мы сами распределимся, что нам надо. Чем больше AI, тем тяжелее выбор. Ой, тяжелее потом настроить. На серый, темно-серый не нравится? Это вот это новое... Искусственный интеллект помогает... Короче, кладешь. Искусственный интеллект в машинке такой сейчас потише. Ложишь или кладешь? А я знаю. Кладешь. Она же американка, все, ей но уже все равно. И она определяет какой фабрик. Там. Ткань. Что? Графит? Не думаю, нет. Это stainless steel. Да, ну конечно, это тут не графит, малыш. Steel. Здесь black steel, графит. А, графит стил тогда. Ну да, тогда графит, хотя не похож. Поваренок мой там. Голодные все. А мы сегодня опять будем завтра готовить на ужин. Но мне нравится. А ты хочешь темнее, да, цвет? Это тоже прикольно, но он все время будет в пятнах, мне кажется. Натирать его надо будет. Не бесит эти 3 кнопки? Бесят. Но они здесь тоже есть. Вот здесь их только нет в моноблоке. Да, они такие. Ева, смотри назад. Рататуй.
А вот без кнопок. А, ну это моноблоки все без кнопок. А что тебя раньше не бесило? А, я знаю, потому что мы Samsung смотрели. Там не было этих двух кнопок. Ну пойдем вокруг, может, там есть Samsung. Вот ты пока мне не сказала про эти две кнопки, они меня не бесили. Вот теперь бесят. Я еще помню. Ну а что молчала? Ой. Ева, пошли, он здесь. Вообще, изначально нам нравилась вот эта машинка. Она стоит 900 баксов одна. И, кажется, мы ее и купим. Вот она. Ой. Нас сейчас задавят. Вот тут нет никаких кнопок. Мы с тобой изначально ее же смотрели. 900. Ну вот, бери. Я знаю, ты можешь. Кажется, я не буду без остановки. Сама говорит, бери, я знаю, ты можешь заплатить. Она говорит, мне кажется, мне уже не бесят эти кнопки. Блин, я не могу решить за один день какую. Ты какую думаешь? А, Ева, да что это тут решаться? Мне подороже нравится. Мне кажется, надо брать самую лучшую и все. Вот тебе весь выбор. Блин, так всегда. А возьмешь похуже, потом будешь думать. Ой, ну блин, я хотела потрогать. А, давайте определимся, это газ или это электричество? Нам надо вверх газ, вниз электричество. Ты видишь, что... Ой, Саша! Папа, иди сзади, посмотри, там видно, газ это или не газ? Электрик. Все? Тут написано электрик, а тут не написано, потому что это вообще. Steam Function. Тебе нужно газ, да? Да, ну, да, нам надо газ, если у нас он есть, почему бы им не пользоваться? А, да. Ну, здесь для газа... Да? Вот там было вот здесь вот написано. Надо ее засканировать и все. Тут вот. Да вот думаем. Подключается к Android. А он с Android совмещенный. О, Господи. Вот, у него самый быстрый режим. 28 минут стирки. Это вообще супер. Сейчас я Еву спрошу. Всем интересно, как Маюша стресс переносит. Вот так. На ручках. На ручках у любимой хозяйки. Че ты, кривляка? И моя. У каждого свой антистресс. Да, Асюня? Любит его так вообще. А у меня тут баурсаки на ужин, представляете, да? Прощай, Талия. Ну, просто это самое быстрое, то, что можно было сделать, когда тесто уже есть в холодильнике. И я тут хотела немножечко пожарить, но как-то разошлась. Это не совсем баурсачное тесто, это обычно пирожковое, я их так называю, потому что они пустые внутри. Вот. Сейчас будем сделаю салат, помидоры, огурцы со сметаной, с луком и эти, ну, типа баурсаков, что для меня это баурсаки. Они пустые внутри, такие вот. И будем ужинать, потому что мы сегодня проездили целый день в поисках машинок, сушек. Выяснилось, что у нас, оказывается, сушка газовая. Это вообще не просто, нифига. В общем, сегодня пробегали целый день. Я там вам урывочками, отрывочками снимала, как могла, что могла. Посмотрите. Вот, сейчас я жарю и боюсь, что у меня опять сирена сработает. Включила очиститель воздуха. Вроде пока молчит. Не знаю, что дальше будет, но пока тишина. Сейчас пережарю это. И будем кушать. Ну, посмотрим, если завтра ничего не купим. А, захотелось мне кукурузу на ночь. Сейчас сварим микроволновочки. 4 минутки. Баунти заворачиваем. И на 4 минуты в микроволновку. Получается чудесно. Быстро, вкусно. Она прям такая, как нужно, получается. Блин.
Угу. По одной дочь варить, наверное, по две не сварится, мне кажется. Ев, ты пробовала по две варить? Да. Нет, кажется, по одной. Давай по одной, наверное. На тарелку только, да? Ну вот, 5 минут, и все готово. Видите, с нее прям пар идет. Вкуснятина. Сейчас ее посолить, маслом сливочным смазать. И просто будет огонь на ужин. Да. Ты вторую ставь, а я делаю салатик с помидором. Пока я тут готовлю кукурузу до баурсаки, посмотрите, какую красоту мамуля испекла. Первый хлеб в этом доме уже готов. Вкусный будет, я чувствую. Высокий такой получился, да, мам? Прям классный. Что мы будем делать без твоего хлеба, когда ты уедешь? Мы жили до маминого приезда вообще без хлеба. Она говорит, вы что, вообще хлеб не едите? И вот сейчас мы вообще без хлеба жить не можем. И это вообще какой-то кошмар. Придется возвращаться. Ты что с нами делаешь? Когда-то же надо начинать. Ужас, мама, просто ужас. Прощай, Талия. Моя кукурузка тоже приготовилась. Горячая. Видите, салфеточка становится влажной. Вот такая красавица. Все, готово. Ева ест гранат. Ася тут попрошайничает. Я хотела потихонечку снять, но не получилось. Она так с ней разговаривает, это просто надо видеть. Макашка, тише. У тебя сахар очень низкий, возьми, выпей сок. Ася, ты не наглей? То голосом просила, сейчас уже вообще полезла. Дай-ка я обойду с той стороны. Что, не дает она тебе ничего, да? Не дает, не дает, вообще не дает, не делится, да? Асюня, не дает. О, господи! У меня-то нет ничего. Ну, так, постоянно рукой по локтю стучит, когда обедаешь. Макар, ну ты везде, да? Я же Аську снимаю. Не дают, не дают. Ой, попрошу. Вот, поговори, да. Ой, нет, поговори, не надо лаять. Как ты разговариваешь? Ой, хулиганка.